Ну, заслуженная победа. Не могли мы сегодня не выиграть, судя по этому матчу. Ну, Велес такая, как говорят, организованная, молодая команда. Как говорят, веселая, атакующая. Но не создала ни одного момента в наши ворота. Мы, как говорят, играем прагматичный футбол от обороны автобусной. Создали по десяток голевых моментов, да, но, к сожалению, не все их реализовали. Я доволен результатом, доволен игрой, доволен отношением ребят к делу. И еще раз повторюсь, что тот футбол, который мы показываем, не может не радовать болельщиков, потому что много моментов. И никто не может, наверное, сказать ни одного слова ребятам, что они не бьются, не работают, не стараются и не хотят побеждать. А это самое главное для нас. Когда Мамо забил гол, планировалась его замена, не планировали переменить свое решение? Нисколько не планировал, потому что, знаете, как я помощнику сказал, сейчас Мамо забьет, и мы его поменяем. Так и получилось. Ну, то есть получается так, что, как вы говорите, весь сезон у нас все основные игроки? Естественно, естественно. И еще раз говорю, все, кто выходит на замену, и не знаю, кто на скамейке, все болеют. Все радуются победам, все очень сильно хотят, все хорошо тренируются. И даже обратная замена Горбунову – это не по игре, по плохой игре, а тактическая замена. Спокойно воспринимает и спокойно будет готовиться к следующей игре. Да, буквально через 3 дня Хабаровск, 8 утра. Давно так не играли рано? Да играли, играем и будем играть, если у нас такой календарь. Единственное, что в тройнике попадаем, да, как раз слетали в Балтику в один конец, теперь в другой конец. Но это нас не смущает, это нас не собьет с намеченного пути.